Несмотря на то, что режим сейчас смягчен, ограничения до конца не сняты, а потому чествуют волонтеров небольшими группами по 20 человек. Это уже третье награждение, и на каждом из них неизменно присутствует глава Ленинского городского округа, у которого для каждого из этих людей есть теплое слово. Вы все разные, вы разные по возрасту, вы разные, вот у нас депутаты, представители общественных организаций, бизнес сидит. Но есть то, что объединяет, то, что произошло, оно произошло не по приказу, оно произошло по велению сердца, по зову души, наверное. И будем говорить, что в условиях, фактически это была чрезвычайная ситуация, да, то, что совершали вы, то, что совершали наши врачи, это настоящий подвиг. Всего в Ленинском городском округе зарегистрировано порядка 200 волонтеров, которые навещали нуждающихся в период жесткой самоизоляции. 60 из них уже получили из рук Алексея Спасского благодарственные письма главы городского округа. Впрочем, многие из них оказывают помощь старикам постоянно, как, например, начальник культурно-досугового отдела в центре «Юность» поселка Измайлова Людмила Правикова. У меня мои бабушки, дедушки, они меня постоянно все равно просят, и постоянно я также приношу продукты. Они у меня такие же, как дети. Десятки тонн продуктов, лекарств, товаров первой необходимости доставили волонтеры своим подопечным в сложные дни. Своей работой они в том числе укрепили веру людей в то, что те не останутся одни в трудный период. А самая главная награда для волонтера – это слышать слова благодарности от тех, кому они помогли. Люди все очень искренние, добрые, как бы очень такие внимательные, благодарили постоянно, там говорили, какие вы молодцы. То есть вот эмоции какие-то теплые я испытала вот от души. Я, конечно, желаю, чтобы больше с нами этого не повторилось, но вообще эта работа классная, интересная, она мне запомнилась. И после награждения волонтеры не расходились, многие из них знакомы друг с другом и вместе делали общее дело. Им есть о чем поговорить, вспомнить прошлое и обсудить планы на будущее. Ведь в мире всегда будут люди, которым требуется помощь. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Спасибо.